В социально-педагогическом центре Бреста сегодня живут и обучаются 24 ребенка. Самому маленькому 3, а взрослому 14 лет. Чтобы подарить чуточку внимания и тепла, такого дефицитного для этих ребят, дела военные отложил в сторону военный комиссар Брестской области Евгений Зайцев. Они ведь подождут, а вот детям ждать нельзя. До главного праздника в году считанные дни. У детей, я сам помню себя, человек в погонах – это тот, кто защищает, тот, кто оберегает, тот, кто, за которых может постоять. Поэтому для детей это очень, наверное, важно, очень как-то чувствительно, и они больше понимают, наверное, запоминают, что вот к ним приходили люди в погонах, люди военные, дарили подарки, говорили теплые, добрые слова. Я, допустим, в этот приют уже 15-й год хожу, поэтому это символично, не просто я пришел там, как бы, что вот надо по работе или поэтому. Я ж вижу, какие дети здесь бывают. Они нуждаются в каких-то подарках, сладких, в спортинвентаре, потому что не хватает, как всегда. Поэтому мы идем к ним и вот именно хотим их поздравить, пожелать, чтобы у них все было хорошо в жизни. Хороводы возле красавицы елки, танцы, конкурсы, сказочное представление и, конечно, подарки. Без хорошего настроения не остался ни один ребенок. Люди в форме в социально-педагогическом центре Бреста, гости постоянные, их знают, их всегда ждут с нетерпением. К нам приходят постоянно и на День защиты детей, и помогают собраться и подготовиться нашим детям к 1 сентября. И, конечно же, отметить вот такой вот замечательный праздник Новый год. Наши дети, неважно им 3 или 18, как и все остальные дети, верят в Деда Мороза, ждут подарков, рады новому знакомству. У детей, которых забрали от родителей, желания одинаковые. Это недорогой планшет или новый телефон. Все куда проще, чтобы мама и папа были рядом. Хочется верить, что в новом году детские мечты обязательно сбудутся.